Крибле, крабле, бумс. Есть тут кто-нибудь? Давайте-ка усядемся все вместе под новогодней елкой. Вот так. А, как чудесно пахнет хвоей. А если заденешь случайно ветку, елочка вся зашуршит, затрепещет и зашепчутся зеленые иголки. Деревце словно хочет рассказать что-то. Может быть, сказку? А почему бы и нет? За окнами смеркается, уж вечер недалек, и сказка начинается, журчит, как ручеек. Смотри, как мир хорош, ты слушаешь, не спишь, умей мечтать, малыш. Порою сказка дразнится, поймай ее теперь. Порой она проказница, сама стучится в дверь. Ах, сказка, это ты, она ответит да, спеши скорей сюда. Как хороша наша елочка. Родилась она на лесной полянке. Там было вдоволь воздуха и света, а кругом росли ее подруги постарше. Нашей елочке тоже очень хотелось поскорей вырасти. Каждую зиму в лесу появлялись люди и рубили самые красивые елки. Их укладывали на дровни и увозили куда-то. Куда, зачем, неизвестно. Чик-чирик, чик-чирик, мы знаем, чирикали воробьи. Мы были в городе и заглядывали в окна. Мы знаем, куда их повезли. О, они попадут в честь. Их так возвеличат, что и описать невозможно. Их поставят в комнаты и украсят чудеснейшими вещами. Мы заглядывали в окна и все видели. Это просто замечательно. Мы знаем. Чик-чирик, чик-чирик. Может быть, и я вступлю на этот блестящий путь, радовалась елка. Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения. Ах, если бы я уже лежала на дровнях. Ах, если бы я уже стояла в теплой комнате, убранная всеми этими прелестными украшениями. А потом, потом, верно, будет еще лучше. Ах, как я тоскую и рвусь отсюда, не в моготу мне. Радуйся своей юности, шептали ей солнечные лучи, радуйся лесному приволью. Но елочка и не думала радоваться, крибли-крабли-бумс. Она только росла и росла. И зиму, и лето стояла она в своем темно-зеленом уборе, и каждый, кто видел ее, говорил: вот чудесное деревце. Опять наступила зима, пришел Новый год, и нашу елочку срубили первой. Очнулась елочка в большой светлой комнате. Ее сразу принялись наряжать. К самой густой зеленой ветке прикрепили картонную танцовщицу в кисейной юбочке с большой блесткой на груди. Вы помните? Роза цветет, лебедь плывет, замок стоит, озерцо впереди. Платья мои из кисеи, блестка горит на картонной груди. Сердце стучит, тук-тук, значит оно, ах, кого-то зовет. Струны поют, дзинь-дзинь, ах, почему же никто не идет? А вот и он сам, на клочке ваты, стоит на одной ноге и глаз не сводит с маленькой плесуньи. А рядом с ним и все остальные наши старые друзья, оловянные солдатики. А это что за крошечные блестящие шарики? Да это же горошины! Пятеро из одного стручка. Нежданные и непрошенные, ведь нас никто не звал. Зеленые горошины явились мы на бал. Мы с детства крепко дружим, в одном и танцы кружим. Мы очень любим весело плясать. О нашем огороде, гороховом народе, старинные книжки можно прочитать. Сколько
разных диковинок висит на елке. Нравится вам этот картонный замок с бойницами, с флюгером на крыше? Елочные свечи отражаются в его слюдяных окошечках. Давайте осторожно откроем дверцу и заглянем туда. О, да это же целый дворец! Живет в этом дворце принц, которому вздумалось жениться на принцессе. Но только на самой настоящей принцессе. Можете себе представить, он объездил весь свет, но так и не нашел себе невесты. Принцесс, конечно, было сколько угодно, но как узнать, настоящие они или нет? Всем им чего-нибудь не хватало, крибля-крабля-бумс. В конце концов, принц вернулся домой. Сами понимаете, как он был огорчен и расстроен. Старый король напрасно старался его успокоить. Ах, в вздохе мне делу не поможешь. Надо было искать как следует. Я разве не искал? Ну, не плачь, пожалуйста. И без того на дворе мокро. Ишь, как дождь льет. Ах, я несчастный. Что же мне теперь делать? Кажется, кто-то стучит в дверь нашего королевства. Нет, никто не стучит. Это бьется мое несчастное, одинокое сердце. А я говорю, стучат. Ну вот, не было печали, а? Придется идти под дождем отворять. Где мои калоши? Не знаю. Принц, где мои калоши? Сейчас. А. Вот они, папа. А. Кто там? Откройте, пожалуйста. А кто вы такая? Принцесса. Принцесса? Настоящая? Самая настоящая. Но только я ужасно помогла. Входите. Входите, милости просим. Благодарю вас. Вот сюда, тут вы можете обогреться. Благодарю. А я сейчас, я одну минуточку. Кто там, батюшка? Ну, кто-кто, еще одна принцесса. О, этого еще не хватало. Эй, наследник престола, в обмороке. Очнись, очнись, я тебе говорю. Приди в себя, ну. Ну вот, не сникай. А я побегу к королеве. Un, deux, trois, раз, два, три. Un, deux, trois, раз, два, три. Un, deux, trois, раз, два, три. Ваше Величество! Ну что такое? Ваше Величество! Ну разве вы не видите, я занята? К нам явилась принцесса. Как? Еще одна? Прекратить танец! На всякий случай я пригласил ее в тетроненный зал, и можете взглянуть на нее в щелочку. Так. Мотье, боже, в каком она виде? Насквозь мокрая, волосы, платье, все. Вода стекает на носки туфель. И вытекает. Что? Вытекает из-за подбулуков. Боже мой, это неслыханно. Это какой-то ужас. Да-да. Ужас. Во-во. И она еще уверяет, что настоящая принцесса. Ну, это уж мы проверим, сказала старая королева, но больше не прибавила ни слова и пошла в спальню. Там она сбросила с кровати одеяло, простыни, тюфяки и на голые доски положила горошину крибля-крабля-бумс. Потом прикрыла эту горошину 12, понимаете, 12 тюфяками. И поверх тюфяков набросала еще 12, обратите внимание, 12 перинок из самого мягкого пуха. И на эту кровать уложила принцессу. Там принцесса пролежала всю ночь. А утром... Ну, как вы почивали, малютка? Ах, очень плохо. Я почти всю ночь не сомкнула глаз. Да? Да? В самом деле. А почему? Один бог знает, что такое попало ко мне в постель. Я лежала на чем-то твердом. И теперь у меня в
все тело в синяках. Это просто ужасно. Мудье! Что? Я говорю, боже! А? Настоящее! Наконец-то это настоящая принцесса! Да, столь чувствительной могла быть только настоящая принцесса. Подумайте сами, ведь она лежала на 12 тюфяках и 12 перинках и все-таки чувствовала горошину. Крибли-крабли-бумс. Конечно, принц немедленно женился на ней, но это, впрочем, не так уж важно. А горошина? Горошина попала в музей, где лежит и до сих пор, если только никто ее не украл. Крибли-крабли-бумс. Забавную историю вы слышали сейчас. Историю, которая полезна и для вас. Чего-чего в ней нет, она живет 100 лет и обошла весь свет. Увы, мои хорошие, мы знаем, что подчас принцессы на горошине встречаются у нас. Они и так и сяк, они и то и сё, не нравится им всё. Да, чего только не бывает на белом свете. Теперь вы понимаете, почему о некоторых особых, капризулях и неженках говорят «принцесса на горошине». Да. Я уверен, что лесные птицы никогда не рассказывали такой истории нашей ёлочке. Посмотрите. Посмотрите, как она нарядна. Сколько на ней игрушек, самых-самых разных. Повсюду висят фонарики, склеенные из пёстрой бумаги, стеклянные шары, разноцветные бусы. А румяные яблоки и золоченые орехи словно сами выросли на ветках. Ну что такое? Свечи незаметно гаснут. Догорела и та, что отражалась в слюдяных окошечках картонного замка. Погас огонек, кончилась сказка. Елочка стоит тихо-тихо и, наверное, думает, как? Уже конец? И это все? Не грусти, милая елочка. Завтра ты снова засияешь своим волшебным светом. Опять станешь неописуемо прекрасной. И как знать, может быть, завтра мы вновь соберемся под твоими душистыми зелеными ветками, чтобы послушать новые сказки. Они не зря рассказаны, ведь в каждой есть намек, и каждая завязана на хитрый узелок. Сумеешь, развяжи, другому расскажи, догадливый дружок. Ну вот и все. Крибля, крабля, бумс.